Коран 16 века неожиданно получила в наследство москвичка Анашка Хаджимурадова. Уникальная книга женщине досталась от деда. Старая рукопись, по оценкам экспертов, написана в 16 веке в Сирии шейхом Мухаммедом Али. Раритет бережно хранился, читается каждая надпись. Книга веками передавалась из поколения в поколение. Сейчас Анашка подумала продать Коран на аукционе в Лондоне. За него предлагали целое состояние. Изначально 12 миллионов. Изначально это ставка, как в аукционе, это 12 миллионов. Минимальная ставка. Да, который. Ну, до этого даже нам предлагали как бы деньги продать там за 3 миллиона, за 4 там. Знакомые, то кто-то предлагал там 500 тысяч на один день дать, чтобы сделать тоже там от ксери. Но вскоре Анашка передумала продавать Коран, решила отдать его в дар, в мечеть, чтобы в любое время она могла показать старинную книгу своим детям. Как сейчас вспоминает женщина, в детстве дед рассказывал ей о Коране, но обещал передать его, если внучка выучит арабский. Так и произошло, и сейчас все тексты из религиозной рукописи Анашка может прочитать и перевести сама.